видимость возникла после уничтожения солнца. Ja, så er tiden kommet. Vi har lavet en lille bed her, med min kære færing. Det går altid en enkelhed ud på. Den, der brækker sig først, hvis man brækker sig selvfølgelig, han skal æde verdens stærkeste chili. Og for at vi kan holde styr på, hvem der brækker sig først, så har jeg drukket rødkålen. Запускают? Så det er planen, at så ser vi, hvad der sker. Eller nej, nå, vi vil lige have lidt mere, så går vi krig. Заходите, ребят. Да. Все работает. Да? А тут отсюда, да? Да, да, заходите, заходите, да. Ты как в магазин приглашаешь. Заходите, заходите. Ты смотрел фильм «Бриллиантовый полицейский»? Конечно. Когда этот мужик-то лысый. Когда он обниматься-то полез, я тоже, говорит, очень рад. Кават, Фрунзик, заходите. Не заходите? Карину, Вред или Бунт? Где Карина? Я вспомнил, у меня проблема, это сборка нового компьютера. Леха сказал вообще, кто 15 кдпс и дает? Плохо. Давайте нет. Конечно, нужен новый комп. Конечно, он не так сказал, но ладно. Давайте, кто-то 15 давал. По-моему, два человека. Признавайтесь и доллара. Чё ты дёргаешься? Кирсгорн давал меньше удала. Новый глед, давайте я вместо нового глета зайду. Ну заходи. Мы кого-то ждём. Не дёргайся, я тебе говорю, стой и терпи. Сейчас охота тикает. Чтоб я зашла сразу. Кават. Кис, ты запусти Карину. Вместо кого? Давай вместо Кирса, она похилит. Нет, ты хилишь. Не надо такие бредовые идеи. Артемий, заходи. Вместо Кават. Я в том. Ген, как ты думаешь? Башка или Долгоног? Долгоног. Долгоног, must have. Кто занимается слишком долгое КД. Набором в гильдию. Ну, я тоже попробую наносить. Артемий, заходи. Шкаф. Набор в гильдию, это Вага, Фарада и... Шкаф поставьте. Начальник. Вага, присоедини, пожалуйста, чем они гильчат. Я твой ник скину. Тут спросили пост. Да, он написан. Заходи, давай. Пожалуйста, Джифта. А дачи тут? Соглашаюсь. Поставьте человеку, Джифс просит. Стоит Джифс. А дачи тут? Какая дача? Тут ворот в 8-й группе. Ему, кстати, могли микро замотать. Сейчас свернулись от игру. Только присмотрите его два ранее. Да. Но я его не вижу, кстати. К следующему боссу не зайдет Кейтлин. А кто Квип? Это я. А, это ты? А что у меня там поменялось? У тебя стоит просто квит. Окей. Okay. Тому зеленому Шреку на аватарке не определяешь, что это Мозер? Я думаю, что каждую его аватарку смотрю. А ну, не зеленый, зеленый Шрек, а орк обыкновенный.
Орк обыкновенный. Одна штука. Ставлю рыбу. Обитатель претента Билюжин. Питается рыбой. У нас 649 опыта, так что можно убить. Давайте убиваем. Что за привычка жопой на рыбу садиться? От кого на пол? Кислород. На пол в того, кто жопой на рыбу садился. Я ее даже не ел. Просто сел на нее. У нас, помните, был этот Олегук, он себе отдельно ставил рыбу? Или что-то какой-то ник такой был? У нас один по один в рейд, да? Так, СС на вагу закинули. Вороки. Дейдра. Отчет. Помню. Стоп. Стоп, все сюда, милики, сюда. Слово пакость. Сам такой. Сказал стоп, а не пчел пошли. Добивайте. Да ты ему переставь. Беги, малышка, беги! Добивайте, у меня разница. Подошли! Сейчас перемешки полетят. С перемене направо пишем. Бежим. Красный. Пельмени. Золото не забудьте поменять. Зеленый. %. Стопать. Стопаем, да, да, стоп. После красного переводим. Красного ждем, отходим. Кислород поменяй, пока ничего не делаю. Крас.
крадут лут. Нелики переводим. РДД. Пельмени. Встали по местам. Может без дианов, то уже. Отходим. Пельмени. Забирай меня. Диван. Норглету. Бафы. Выйдите из лужи. Входим. Где нахуй? Кожаный пояс. На РПБ. Ну пояс же. Кожаный. Хотел пояс, пояс упал. Кожаный. Друг. Тут тоже кожаный. Друидов. Идите нахуй. Дружина, пожалуйста. Да и все равно, блин. Девка, шо ты? Топ-пояс. Не нахуй. Зато его не забрала Лена на твинка. До сих пор не могу. Это подкрученная хуйня, блядь. Ген, он когда-нибудь выпадет. Мне, возможно, через минут 10-15 нужно будет отойти дверь открыть. Если... Гена, ты не одинок. Ты такой же, как... У нас есть даже покупатель на этот пояс Гена. Блять, нахуй пусть идет просто. Я, не знаю, вены ему перегрызу на шею. Одну клевом проклею, да? Косточку надо кому? Девки, дай пистолет погрызет. Сиди там молча, блин. Тебе же уже присылал кто-то скрин, что там каждое КД падает. Да. Это Валик, это же Лунгпак. Может, МГП, он об этом даже не узнает. Еще что скажете? Не будь таким токсичным, пожалуйста. Мы я еще и токсичный. Мы идет? Тебя любим. Да. И осколки в этом рейде не падают. Вообще какой-то, я не знаю, стрёмный рейд. Потому что Соло Шэм собрали, вот они не падают. Вообще, Евка, есть люди, которым хуже, чем тебе? Сказала сова. В смысле? Он всем пианист виноват, он отдыхает просто. Ты бы солил этот пояс, забрал его, а потом продал вендору. А, это типа ты про Мозера. Так что не все так печально. Я вендору почти ничего не продаю, я на диск пускаю. Тем более. Хотя, типа, да. Еще был. Не, ну, знаешь, на диск пусть не так обидно на самом деле. Зато кристаллик получил, да, Гинус? Ага.
Девка, ты где? А. Адмирал, скажи мне такую вещь. Ты не знаешь, как в середину от слизня отлетать? В смысле? Вот почему я не включаю стрим. Все зеленые слизни, которые были, блядь, ты отлетал, блядь, в эту стену, а не... Я в центр, я вроде стоял в той стороне, чтобы в середину отлетать, однако меня закидывал туда. Слишком дохуя ников, я случайно Ленина настройки себе занес, мне не выражает. Раньше ну, конечно, такого нет. Во всем Лена виновата. Я когда... В эту сторону стены отлетает один адмирал и отлетает, кого берет слизи. Все остальные в середину, блядь, понимаешь? Вот это вообще пиздец. Лёха, просто понимаешь, он в будущем засейвит того же человека, если в зелёный опять выберет того, кто в стену отлетел. Ага, не умрёт вдвоём. Think about, как говорит этот разбил. Нет, вдвоём мы не умрём, я прыгну в глыбу. Ещё как умрёте, я помогу. В глыбе нет. Я растяну время. Ты нет. Другой, да. Слизни не видит, понимаешь? Нет, ну правильно получается, это же в стенке, когда от зелёного слизни. Правильно? Нет, нужно в центр отлетать. Ну а как человек, на котором метка, он... Ну, только, ну да, только этот человек в стенку. А так по-моему, все в центр отлетать. Всегда было, когда при слизни в стенку, ну или к столу, кто как там делает, кому как удобно. Не, тут получается, есть... смотри, типа, когда... Получается, смотрите, как, если на кого-то метка вешается, допустим, из любого человека, вы его подставляете, он улетает к стене, а весь рейд у вас улетает в центр. Но вот нет. Так вот у нас получается. И типа потом получается, ну, как бы маленькая вероятность, что опять выберут того же человека, но из-за того, что мы отлетаем в центр, это получается то, что мы отлетаем дальше, если бы мы бы отлетали в стенку, да? И ну, пока он можешь... уже ползет обратно, мы зеленого сливаем. Это даже можно сказать. Плюс это сразу позиционка под красного. Да. Да. Плюс это сразу позиционка под красного. Ты отлетаешь еще от вельми. Ну смотри, тут еще один момент. А, в того человека, в которого слизни уже как бы уже шел, он второй раз с него не пойдет. Нет, он может выходит пойти. Из-за грейлиста. Он нет, он не может. Думаешь? В теории, на практике не может, нет. У него слизь, когда появляется, у него агролист 25 часов. Он как только в него врезается, он исчезает из этого агролиста. Просто знаешь, типа, мы тоже когда пришли на погибель в 3 хила, да, и типа там, почему в 3 хила? Потому что 4 человек в контроль берет. И, типа, на наше удивление, всех 3 человек взяло в контроль на погибели. А, было так. Во, все берет контроль, типа. У нас тоже было, что на погибели ты хила в контроле. Но опять же, это ничего страшного. Одного хила выведет, поедет. А фони 25 человек. Танков же не берет. Силы же не бьют никого в контроле. То есть и урона поридал нет. Что, звездопад на звезду у меня? Это не я. Нет, ну он на тебя прыгнул. Нет, я его просто бью. Старфол вот сейчас смотри. Писывай карточки. Кстати, адмирал, если бы ты в носу не ковырялся, то ты бы... А у меня что, вебка подрублена? То ты бы успел, когда была первая перифаза, стать нормально в метку. То есть Лизинь уже выбрал человека, а ты еще только добираешь. Да я видел, да. У меня, блин, когда я был... Это я заметил. Так, отдачи тут. 3 секунды не хватило. У нас на Афе, знаешь, как Шаки чекнул. Повесить. Если, рыба? Допустим, соло агрят, ну, все попало за ненужного, допустим, моба, им перечисляли ГП. Спасибо. Вот так их и учили. Кислый кикай. Нету в дискорде. Сам снимешь. Фоня, ты что думал? Там будет дамаг по 10 тысяч улетать. Я тоже думал, нафига Фоня его собирал, он хотел с руки херачить. Мазарт семей не дамажили. Пианист, скажи мне, пожалуйста, как дамажить Ханту, когда его 2 раза берет в зеленую метку, и он должен стоять просто всю перефазу и ничего не...
Вот у нас два ханта стоял, два раза в зеленое место. Я не про перифазы, я вообще в общем. А в общем это машина. Ну так а в общем так я вышел. Все готовы, пошли. Думали, что одолели нас. Сан-Лейн, непобедимые воины. Йорос, планеты, молодцы хоть. Плюс я понял, лайфхак. Старфон на стаке лучше. Кис, вы кто на кинете? Серок. Это обычно псевдо, да? А, не. Все, отвис. Могучий вихрь! Пиздец. Я подниму. Говорят, могучий вихрь и бегут все вниз. Падает кинетик исправно. Я забрал это, блядь, не трогайте, блядь. Спасибо. Ну, то есть мы были там встали. Выберите, видите, кинетик тоже, блядь. Могучий вихрь! Кинетика. А санты плесы это бьют. Бля, обслушали мою музяку, которая играет. Кинетика. На платформе кинетика третья. Геру. Кинетика возле выхода. Возле выхода падает. На сцене одна падает. Вжух, сама вжух. Над демоном. А не, нам босс. Высоко не поднимется. Могучий вихрь, беги! Так, меня это наоборот радует, то что ШП так дамажит. Буду в ДВРе все. Так вот, Афон, типа, Шемка настакиваю. Ой, Афон Шемка настакиваю. Маша, так все очень редко, я не знаю. По-моему, только два раза видел. Кстати, Маша, зачем колечко себе? У тебя разве нет? У меня меткости не докат. Я багруху возьму, и у меня будет очень мало меткости. А что ты с этой не возьмешь скелли? А не хочешь скелли, да? Шею? Да. Угу. Там меткость крит. То надо. Осколок есть? Вроде не было. Ну, говорят, есть. Там бац падет, я будет раздам. Надо глянуть, что просто там будет лучше. Там, правда, синяя дырка. Не очень хорошо. Ну хотя и в багрухе синяя дырка. Перед ланой будет перекур? Перед синдрой, как всегда. Вот шея, если что. Да и сейчас можно отойду на 2 минуты? Можно? Окей, Кир, стащи меня. Цеплись.
На я раз инопланетяне на вреде стараются, дамажат. Ну, два куска еще выбегу, буду тоже так дамажить. Это наоборот, типа на кинетике не сидят. Да, говорят, что по присты не дамажат. Понял, ну... дамажат. Но все равно Элем их перебивает. У них просто пальцы в крови, а так нету. Да есть либо мазер. Нет, да. Нурбек, подвинься. Ханты на манекен боссов первые, побегать, уже спадают. В рекаунте. Да, вообще пусть. Типа ШП в одну цель дает намного меньше. Ой, перекидываю. Да, нормально, что поводный цель дает. Я сегодня на FDV рейде на первом месте там. И всяких лемов, всяких антрактов. Ну, ладно, значит, нерфить тебе надо. Так у меня только два куска. Вот только мы дело, что у тебя только два куска, а дамажа больше, чем люди в четырех. А будет четыре, буду вообще рвать. Борис, чё молчишь, что ты уже сразу рвать? Он мозор научил, я на дамажит. Убирай. Лену? Мне кажется, Леня лучше за киллов. Да, у них креста собирал и донатил, чтобы... Я как бы видел её хп, так бы не сказал. Чтобы рестор друидом ходить в рейды. Конечно. Я встану, если что. Вон, смотри. Миша на своего раза донатил, а толку... Вот смотри, Лена, как будто как Мозгар научится играть, так как он дает ДПС, так и сразу. Я это самое здесь, после рейда пойду с Фони разговаривать. Лена, разговаривать это одно, а делать это другое. Разговаривать не надо, надо просто... на манекен и отрабатывать ротацию. Вот мы и будем на манекене. Еще лучше прожимать кнопочки даже в момент перебежа. Я перебегаю, я прожимаю кнопочки, куда же без этого. Был бы у тебя стрим, просто бы посмотрел бы, как ты дамажишь. Я никогда не включу никому стрим со своего компьютера. У меня есть секретные файлы, которые никто не должен видеть. Это сразу себе приговор. Кава, ты что, нормально с натом все? Ты сервис. Кава, прием. Кава, ты сказал отцу, но... Ладно, я потанчу. Это просто супер кривый Сирус. У меня сейчас все нормально на принцах. Когда пулили принцов, я даже не видел, что их пулили. Было 2к пинга. Сейчас опять нормально. Бывает. И так типа половина рейда туда-сюда. Я вчера, смотри, завис на... Мы начали бить совет, я завис на присте. Кислый, да, нормально. Сейчас через 2 минуты подойду к компу. Ух. Хуя там рация. Кого такой громкий был? Ну, явно в какой-то небольшой комнате с эхом. По-моему, вообще с другой комнаты кричал. Мне тоже кажется, с другой комнаты. 100%. Чё, ждём или пуляем? А ты мне ещё нет. Карина, прибеги. Уже иду, можете сумонить, приму. У тебя эхо обалденное. Ты в ванне, что ли? Или в туалете? С телефона иногда такое бывает. Подожди, желающие есть к замену? У Санты он прям умоляет. Я в кухне был. Могу я из-за того, что пинг то ли есть, Санты, то ли нет. Ты демон, никуда не демон. Не волнуйся, Керс. Будем Я просто сегодня с телефона, а не на компе с Дискорда, поэтому голос другой. Ари, потише. Так, желающие на замену есть, нет? Погнали, так. Ну, не знаю, как пойдет.
Мы с Индрой поменяем. Желающие на замену или с замену. Желательно Милика. Фрэнзик, да? Фрэнзик, замена, да? Сумони, Кавата, Фрэнзик, Упор. Нет, ну... Я не заставляю, я и сам могу потанчить. Просто спросил. Форт. Хисаями, адмирал. Да. У меня никаких повещений нет. О. Лёха свидетель. Форт. Сантейдж, знаешь? Написано, что заполнено на подземелье. Да еще он только ушел. Рыбу жрите, пожалуйста. Как ты ласково это сказал. Ну, тебе так-то просушить эту рыбу. Все, смотрите. Ну, я же сказал, пожалуйста. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста, да? Как из фильма, ну. Как кого-то только присунул автоматом каску. Что в десе сказать? Хорошо, хорошо идет. Все готово, отчет. Вага, я буду убегать на спринтах. Он хочет тебя кус? Тортик! Под носом прям. Под клювом это. Между клювом и крылом. Давайте в центре сбежим. Ну как-то было, я поеду, нет? Вага 6 секунд до укуса. Кислый, беги! Запусти кого-нибудь. Сделай кусь. Да что же? Тор, беги, дай на него, антифир. Антифир на отвалим. Третий раз уже. Покойся с миром, Санта. А, жаль. Я подниму. Все равно кто-то, блядь, сзади подошел, а? Вага, я сделал это. Он потерял бдительность. Главное не подпускать сову сзади.
Раздалю. Герой. Кисленький, сдвинься от стены нахер. Я вокруг тебя член рисую. Чё, не добьём, что ли? Пусть двечку. Сам ещё 20 секунд, какой не добьём. Я уже укусил. На три коста, ну хотя бы на три коста. Кир, ты видел это? Три раза лужи в ногу. Это к Синдре готовят меня уже. Сейчас убежден. Тренирует, да? Полин, я на гнилой морде 4 или 5 раз блевал. Жесть. Я так же. Я тоже блевуньку. Осколок видишь? Ты еще поближе ко мне стал так? Стоп, Кут! Передаешь, да? Да, сейчас. А я блевала на Афоне. Ты заебись, чё? Заблёванная смарт. Не, короче, анимация была такая классная. Ну, у меня персонаж начинает блевать, Афоне стоит сзади, кастует, персонаж разворачивается и начинает идти на Афоню. Не достала, ах ты сука, типа, и пошла. Вага, это тебе за нуба. Так, а чё мне печеньку дать? Я не понял. Я вроде поставил. Ну, это его никто не брал вообще, прикинь. Ты нифига вы зажрались уже. Ну ничего, Вася. Даже на успех никто не брал. Вот как-то так. Это Санта, конечно. Да там Санта и решил профулиться. Профулился. Я говорю, он решил отжарить по-черному. Куда-то, я сейчас лично тебе рез. Мне, кстати, надо релогнуться. Я быстро релогнусь. Рублет тогда кончится, всегда нет. Смотри. Только как будто бы это сам танчишь телом. Вот ты своим телом танчишь, говорю, вот утром. Да у меня просто громкая клавиатура. Вот это я сейчас нормально нажимаю, пробил. Слышишь? Ощущаю боль твоего танка. А с кем у вас там бой идет? А с этой херней? А с Эвент. Да нет. Блин, без тебя ничего пойму. Фига, вы какие шустрые, я всего лишь ревогнулась. А я выложу. Пока ты ревогаешься, враг качается.
Давайте быстрее, тут какие-то челики стоят. На фоне. У нас же сейчас в Элитре. Да. Но полетело красиво. Что, добили ивент? Это что было вообще? Что красивое? Это на фоне. Может, напоследок еще раз ее отправить? Ну, красиво, правда, полетело. Смотри, 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 смотри. Ох, погоди, у меня сова. Гребаная сова. Не, ну правда красиво. Сов на костер. И 25 тысяч золотых. Ты сколько лет играешь? 25 тысяч золотых смогу собрать. Лет? Посмотри на мой лут. Сколько лет я играю? Просто бисовый. А у тебя нету, что ли? Мазур, у нас у всех эти ачивки, по-моему, есть уже. Да? Блин, смотри. А чё, сверчок вроде нормальный, 3 дня, не? Имба, блядь. Да заебись, 3 дня, я тоже не говорю. Говно 3? Имба. Дышка. А где вы смотрите это? Блядь, вот дубля, которому вот ману девать некуда. Шкаф! Сзади. Похоже, квест чё-то. Чтобы не мешал. Я смотрю, нет, он за углом. Вот, посмотрите, кто когда его взял. По хилам, Полина, Кирс. Туда, трое здесь. А, Элбрил. Гифку с пекой все. Пуш на рейдзе. Два шамана и холик портал. А фоне у меня раньше. Кислый, я летать не умею, меня не надо, я на рейде буду. Я стаки я потеряю. Так, и чё тогда? Я а с Полиной? Два шамана нормально, наверное. Я лучше тут колодец возле нее поставлю. Ладно, тогда гифка летает. Окей. Эх, я полетал. Откуда вы начинаете? Тыкните по мини-карте. С центра и по часовой. Примерно 6-7 часов. Окей. Как смотреть на бомбу? Артемия, Монород, Йора. Все готовы, танки пошли. Вагай, заодно подхиливай флешки тогда чё. Там и урон поднимается, вообще-то. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исход. Залечите мои раны. Где же хоть один фур? Давай.
Фунь, что ты играешь? Ну я пытаюсь, он иногда мне получается взрыв. Ты зачем бегать? На фоне, да не у тебя получается, это просто сало дают ему. Это совпадение, ты играй. Мне кажется, до гриба все-таки совы добрались. Я на это намекаю. Они его съели? Его сало зажил. Съел? А кто съел сало? А чем сало питается? А сало вот отравился грибом. Совы хищники. Как вы съели сало? Ели мясо, мужики. И вам забивали. Что такое угодило? Там где-то, блядь, этот, синий, что ли? Водка, ну. А никто не смотрел, какой квест после ребута? А сейчас же привязали на неделю. Сейчас же после ребута. А, да? Жопа. Ну, кстати, не 100%. Но... Проверено уже не первый. Блин, ну хоть какие-то бонусы были от того, что сервак перезагружался. На самом деле, зря бы убрали. X2 опыт. Ну типа, блядь, сделайте, чтобы сервак не перезагружался. И все. Вот и починка. Мне кажется, у админов есть кнопка «Не перезагружай». Ну, иногда но они не могут кнопку найти, да. Стоит же все же внизу перед ногами. Мы не нормальные, покатающие. Артемий, покидайте его, прекрасно. Не быстрее, у нас осталось час, а еще Синдра жива. Еще что, я не живу. Шкаф опять за углом где-то. Давайте все вместе позовем шкаф. Шкаф. Телевизор, выходи. Вы бы его за углом поставили. Шеф, ну куда его? Вы сегодня опять долго собирались или что? Покушайте. Ну там был бардак. Что? Я тоже кушать хочу. Два ШП. Все, у нас все под ШП. Планета. ШП. В нашем случае под ШП. Все, заходим. Кирс, ну что, на ком освобожден? По-любому. Давай, 6 на тебе, 6 на мне. Я сейчас Т4 озенула, и тогда мучилась в Т5. А квест был вообще какой-нибудь?
Я не видел. Леди. Завтра обычка сделаешь. Чем раньше нажмешь кнопку, больше ДПС нанесешь. Смотря какую кнопку положить. Тем быстрее ты умрешь. Нажать, теория. А еще можно буб на мейн танк нажать. На лече под 1%. Значка тебе. Сколько нанесет сова, которая умирает с пула? У нас таких нет. Даже мертвая сова может нажимать старткол. Да. Стоп! Не вышел. Я уже про диван сказал, он говорит, смотря какая кнопка. Тыкаем, тыкаем по трупикам, групповуха. А если он заявится? Групповуха? Да-да-да-да, групповая вот. Это статья. Труповая группа. Труповая труппа. Труповуха. Рэперы? Сука. Вечеринка Копрофилов в 80-х. Они были в 80-х? А что еще делать надо было? Оу, полился. Сережа, ты слакер, да? Да кто у нас Сережа? Кто? Где? Настя, ты настолько старая, да, что была в СССР? Меня сделали в СССР, это удивительно. Не знаю, как. Тебе шайс принес. Там явно не было. А у меня есть свидетельство о том, что я гражданин РСФСР. Старик. Кто-нибудь даггер с лича продает? Который даггер? Покупает? Который Крис? Да. Ну вообще у меня есть покупатель, но на это КД повесил, соответственно, КД. Спасибо за пасологию. И поэтому конкретно на этом КД может зайти, но вообще у меня есть покупатель. Ну, который уже три года подряд заходит. Вот. Кто-то опять раз сказал КД или мне показалось? Я сказала КД, да, есть, на этом КД есть КД, да. Из меня бы очень хуёвый рэпер вышел. Чтоб пушки случайно не попадали. Русский хороший рэпер был. Ну да, типа на этом же... КД может зайти. У нас же дагер никому не нужен. За вроде нет. Если предыдущие два КД заходил человек. Эти дайкеры только мутики носят, у нас ни одного мутика в гильдии нет. ПВПшка выносит. Либо мутики, либо покупатели. Какое животное индейку убило? Правильно, не день благодарения. Сказала сова. Ироничный. Индейка, сова.